Приветствую уважаемых подписчиков и зрителей нашего канала. Так получилось, что в этом ролике не будет ни одной цитаты и ни одного афоризма лично из моей коллекции, собранных лично мною. Эти все афоризмы и цитаты предложил один из моих форумчан моего форума, пользователей моего форума, он писал под ником Ацелут. Также нужно сказать, наверное, что часть афоризмов, которые он предложил, это афоризмы от Виктора Шендеровича. И афоризмов от Шендеровича он предложил довольно много. Можно сказать, в этом ролике будет только вступление. В следующем мы разговор о его афоризмах продолжим. Ну и с вашего позволения я начну. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе. В постели можно делать все, что доставляет удовольствие обоим. Даже читать. Каждый слышит только то, что он понимает. Гёте. Ни один человек не приходит в жизнь другого случайно. Спасибо вам всем. Одним за сказку, другим за встреску. По жизни, как правило, идут вместе те люди, чьим тараканам по пути. Засыпаясь мечтой, просыпайся с целью. Некоторые люди всю жизнь ждут свой корабль, не понимая, что находятся в аэропорту. Когда дует ветер перемен, ставь не стены, а паруса. Восточная мудрость. Пусть партнер по переговорам говорит как можно дольше, пока не станет ясно, враг он тебе или друг. Ну и афоризмы от Виктора Шендеровича. Пока кухарка училась управлять государством, кончилась еда. Кажется, колесо истории не рассчитано на наши дороги. Следующий, пожалуй, лучше зачитаю. Если бы человечество знало о своем будущем, оно бы не так радовалось, расставаясь со своим прошлым. Когда государство повернулось лицом к человеку, человек закричал от ужаса. Что у нас за терминология? Пионер, лагерь, зона отдыха. О величии эпохи спросите у раздавленных ею. Носорог плохо видит. Но при таком весе это уже не его проблема. Не так страшен палач, как отвратительный зритель. Не все золото, что блестит, но то, что пахнет дерьмом, несомненно дерьмо. Не бейте его. Гроссмейстер – это не фамилия. Все равно нищие, так хоть пойдем по миру. На этом сегодня все. Если понравился ролик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах, пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики, какие именно вы видите на конечных заставках.